Бороться с мерзостями. Бороться с мерзостями может только дух. Как его сделать крепче, вот задача. Быть может, укреплять нам зрение и слух, чтобы видеть, да и слышать то, что надо. Вот только как определить, куда смотреть, и как понять точнее, что надо слушать. Ведь если нам на совесть наступил медведь, то плохо видно, да и слышно нашим душам. Блок как-то говорил, что музыка есть дух. И это очевидно, не поспоришь. Но надо уточнить, то, что у мелких душ и песни мелкие, по глубине ничтожны. И возвращаемся к задаче мы опять. Как укрепить нам дух и сделать выше? Не остается ничего, только пахать. И не кривить душой, чтобы ноты были чище.